Главам муниципалитетов показали лучшие МФЦ. По качеству и количеству государственных услуг лидирует Уссурийский многофункциональный центр. А еще там самые вежливые сотрудники. На них теперь равняется весь край. Подробности у моей коллеги. За 3 года в крае открыли 38 многофункциональных центров. Ежедневно сюда обращаются более 2000 приморцев. Оформить различные документы здесь гораздо проще и быстрее. У нас, конечно, сейчас достаточно большое количество услуг, которые оказываются в МФЦ, свыше 200. Это услуги и для жителей, и для предпринимателей, для юридических лиц, для физических лиц. Популярностью, конечно, пользуются услуги, связанные с различными жизненными ситуациями. Больше всего услуг предоставляет Уссурийский МФЦ. Нужно, чтобы показательный пример перенимали и другие. Для этого главам муниципалитетов устроили обзорную экскурсию по передовому многофункциональному центру. Познакомили с работой специалистов и техническим оснащением. Зона оплаты. У нас 2 терминала. Специалисты МФЦ постоянно учатся. Здесь важно не только уметь работать с документами, но и общаться с людьми. Поэтому во второй раз в Приморье пройдет конкурс «Лучший многофункциональный центр «Мои документы» и «Самый продуктивный сотрудник». Он поможет оценить лучших и побудить сотрудников к профессиональному росту. На содержание многофункциональных центров в соответствии с порядком, то есть на возмещение расходов на содержание. Мы же работаем по принципу возмещения, то есть муниципальные образования подают нам информацию о тех средствах, которые мы потратили, и мы возмещаем все эти внесенные расходы. Было перечислено 234. Претенденты на звание лучших должны будут предоставить портфолио, которое подтвердит высокую работоспособность. Победителей определит экспертная комиссия. Наталья Смолянинова, Нелли Булатова, Максим Евсеев. Панорама.